Чтобы набраться сил и не перегореть на работе, каждому из нас требуются выходные. Так можно переключить свое сознание, дать отдохнуть своему организму и уделить больше внимания своим близким и родным. Впереди вас ждет наша традиционная рубрика, в которой мы расскажем о предстоящих культурных событиях и новинках из мира кино. После тяжелой рабочей недели каждый человек с нетерпением ждет выходных. Это идеальное время для того, чтобы отдохнуть и привести свои мысли в порядок. Но это вовсе не значит, что нужно просто лежать на диване и ничего не делать. На выходных обязательно стоит уделить время для прогулки. Даже в пасмурную погоду при пеших прогулках наш организм вырабатывает дофамин – один из гормонов счастья. Именно он делает нас радостнее. У нас просыпается уровень мотивации, терпения и оптимизма. Так что смело одевайтесь теплее и вперед на улицу! А для тех, кто предпочитает более активный образ жизни, в это воскресенье пройдет велопарад «Навстречу лету», после которого у вас будет заряд бодрости на всю следующую неделю. Встречаем лето на велосипеде. Именно с таким девизом начнется велопарад, приуроченный Всероссийскому единому дню велосипедных действий. От площади Конституции до городского сада на велосипеде вы почувствуете прилив сил и бодрости. И тогда к вам точно придет сознание того, что лето уже так близко. Кстати, а после велопарада вы можете посетить спортивно-развлекательную программу в городском саду. Но если же вы не хотите с ветерком прокатиться на велосипеде, то можно посетить Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Наследие». Уже не первый год фестиваль «Наследие» предоставляет уникальную возможность для танцевальных коллективов города показать свое мастерство. Фестиваль также славится завораживающим шоу, которое никого не оставит равнодушным. А проходить танцевальное чудо будет на площадке в ДК «Синтетик». Давно не были в кино? Тогда предлагаем вам сменить привычную обстановку просмотра фильмов дома и окунуться в прекрасный мир кино вместе с киноконцертным залом «Панорама». К тому же сейчас в прокате идут интересные кинокартины. К примеру, комедия «Приплыли», возрастная категория 18+. Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы. Яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которые запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой. Для детей предлагаем добрый мультфильм «Крутые яйца 2», возрастная категория 6+. Долгожданное возвращение отважного петуха Тота. Но в этот раз он будет не один, а со своими прелестными птенцами. Тота и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку. «Аманат», возрастная категория 12+. Это фильм о истории любви сына Шамиля Джамалтудина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины 19 века. Джамалтудин вошел в историю как великий заложник, и фильм – это попытка ответить на вопрос – заложник большой политики или большой любви. Кстати, молодежь от 14 до 22 лет на этот фильм может сходить совершенно бесплатно по пушкинской карте. А на сайте «Панорамы» вы можете познакомиться с киноновинками и приобрести билеты онлайн. Существует много отличных способов провести выходные так, чтобы потом не жалеть о потраченном времени. Самое главное – это полностью забыть о работе и других повседневных делах. Приятных выходных!